В округе подвели итоги муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. В этом году активность проявила молодежь в списках призеров и победителей, в основном те, кому нет и 30. Одна из них – Анастасия Чосик, воспитатель детского сада номер 57 «Радуга». Начинающий педагог представит «Старый оскол» на региональном этапе конкурса «Воспитатель года 2020». Да, крыша. Ой, у Софы появилась крыша, да? Илюша, давай. Малышам чуть больше 2 лет. В детский сад ходят с удовольствием, потому что знают, здесь их ждут веселье, интересные игрушки и любимый воспитатель Анастасия Вячеславовна. Обязательно нужно их увлекать. Не так, что они ходят, не знают, чем заняться. Нужно их занять, с ними поиграть, найти занятия, научить их чему-то, чего они еще не знают, открыть для них новый какой-то мир, чтобы они удивлялись постоянно. Я считаю, нужно их каждый день удивлять. Анастасия Чосик с детства мечтала о профессии воспитателя. После школы поступила в педколледж. На 4-м курсе пришла на практику в 57-й детский сад. Так тут и осталась. Сегодня Анастасии 22. В копилке профессиональных достижений победа в региональном конкурсе среди молодых педагогов в 2018-м. А в этом году Анастасия пробовала силы в конкурсе «Воспитатель года», где стала лучшей. Впереди региональный этап всероссийских испытаний. Накануне победители муниципального этапа конкурсов профмастерства чествовали в Центре культурного развития молодежной. Администрация округа радуется вашим успехам, гордится вашими успехами. И позвольте сегодня и от лица заместителя главы администрации округа Халеевой Светланы Васильевны, которая, к сожалению, не смогла присутствовать сегодня на этом высоком собрании, поздравить всех участников, победителей, призеров, лауреатов и пожелать от всей души желаем. Сегодня идут уже конкурсные испытания на уровне региона. Успехов нашему округу, успехов нашим педагогам. В конкурсе «Наша надежда» победу одержала педагог Центра доп. Образования «Одаренность» Евгения Ведерникова. Лучшим по итогам «Сердце отдаю детям» стал Андрей Алексеев из Центра «Перспектива». Лучший классный руководитель работает в школе номер 18. Пономарева Татьяна – учитель начальных классов с 15-летним стажем. Театром. Мы занимаемся научной деятельностью. Быть классным руководителем – это не профессия, это жизнь. Быть классным руководителем – это очень сложно, потому что нужно самосовершенствоваться самому, для того, чтобы твои дети были лучше тебя, были умнее и добрее. Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года» стал Денис Толканев, учитель физкультуры 20-й школы. Работа учителя, она отнимает много сил, энергии, времени, и конкурс он добавляет работы, но он позволяет раскрыться тем граням, которые раньше ты не подозревал. Это выход из зоны комфорта, которая показывает, кем ты можешь стать, показывает твои перспективы. Сейчас время, скажем, задает тенденцию, что даже учитель физической культуры, как это ни парадоксально, он должен быть эрудированным, он должен способен ответить на любые вопросы, которые зададут дети. Что это касается и спорта, и питания, и здорового образа жизни, медицины. Круг знаний должен постоянно расширяться и соответствовать уровню, теперь уже уровню учителя года. Все финалисты, призеры и победители отмечены грамотами и денежными сертификатами. Организаторы не забыли и про основоположника конкурса педмастерства Нину Исаковну Черепанову. В 1991 году она организовала конкурс, который уже 29 лет открывает путь к вершине талантливым учителям. Если конкурс живет долго, значит, это кому-то нужно. Мы с вами воюем. Мы воюем за новое поколение. Мы воюем за замечательных детей. Мы воюем за завтрашний день. И мы одерживаем победы. Потому что у вас есть мужество. Потому что у нас у всех есть целеустремленность. Потому что все мы верим в то, что наша Россия будет жить. Ольга Шалыгина, Кирилл Чуй, Алексей Грачев, 9-й канал.